Никитина, подними опоклоим. Сегодня мы пришли в игровую комнату. Детскую площадку. Вот такая вот игровая комната. Дальше у нас еще большие идут качельки, разные аттракционы. Ну что, Кристинушка, веди нас. Ой, Кристинушка, а что это такое? Я хочу ступенечки, ступенечки. Ты хочешь спускаться так на животике? Ой-ой-ой-ой-ой. Поехали. Смотри, Кристинушка, здесь батут есть. Пойдем? Давай посмотрим батут. А это что? Ой, качелька, давай я тебя раскачаю. Покатаемся на качельке. Смотри, Кристина, вот вход на батут. Попали на батут. Прыг, прыг, прыг. Прыг, 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 Кристина. Вот так мы прыгаем, прыгаем на таком батуте большом. Кристинушка, а давай посмотрим, что там на втором и на третьем этаже. Ну что, Кристинушка, давай спускаться с горочки. Поехали, ух ты! Вот такой у нас бассейн с шариками. Ты что, хочешь назад залезть? Смотри, сколько здесь шариков, Кристина. Ух ты! Здорово! А это что такое здесь? Ступенечки наверх. Давай пойдем посмотрим, что там. Опа! Иду за тобой. Ой, а кто там? Это лев там нарисован. Спускаемся. Ух ты! А я тебя вижу, Кристина. Поднимаемся по ступенечкам. И давай с этих ступенечек спустимся. Прямо в бассейн с шариками. На животике, да? Ух ты! Хочешь на качельку? Ну давай садись. Сама раскатаешься? Такая маленькая качелька. Ой, тебя там кто-то уже катает. Кать, Кать. Кать, Кать. Пап, я здесь. Поклонники обступили, да, Кристина? Кристинушка, смотри, какой большой городок детский. Давай зайдем, посмотрим, что здесь. Это паровозик? Или это машинка? Машинка. Так, водитель пока занят. А вот смотри, какая труба огромная. Ух ты! Кто там? Кто там? Ты хочешь в этой трубе, да, проехаться? Здорово. Давай наверх подымемся. Ты где там? Ку-ку, Кристина. Ух ты, как ты высоко забралась. Ух, здорово. Ну что, куда еще пойдем? Смотри, вон есть горочка-серпантин. Хочешь с нее спуститься? Пойдем на горочку-серпантин. Ой, смотри, даже собачка. Даже собачка будет кататься на горочках. Здорово. Собачка на горочках. Такое я первый раз вижу. Пролазим и идем по подвесному мостику. Проходим, проходим. Не боимся. Ты как Лара Крофт. Ух ты. И дойдем сейчас до такой горочки серпантина. И спустимся. Так, я тебя здесь ловлю. И спускаемся с горочки. Ух ты! По такому серпантину. Ты прямо как пуля вылетела оттуда. Каруселька, каруселька. Садимся.
Поехали! Ух ты! Ух ты пухты! Ух ты пухты! Здорово! Ой! Ты что так спрыгиваешь, Кристина? Ты хочешь наверх на сам забраться? И спускаемся с горочки. Ух ты! Есть! Что еще здесь можно посмотреть интересного? В общем, много-много всего, да, Кристинушка? Ну, самая, наверное, крутая, это вот эта труба такая. Длинная. И маленькая машинка. Кать, 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 Кать. Ну что, Кристина, куда еще хочешь пойти? Кристина обнаружила настоящий замок. Вот такой, с такой платформой, с подъемом. Ну, Кристинушка, такой замок-лабиринт. А что здесь? Просто можно бегать, прыгать, да? И горочка есть небольшая. Смотри, домик. Настоящий домик. Ку-ку. Ку-ку. Привет. Как я тут оказалась? Я не знаю, как ты там оказалась. Выбрали, в общем, Porsche Cayenne, да, Кристинушка? Нам понравился Porsche Cayenne красного цвета. Смотри, Кристинушка, даже двери открываются. Ух ты! Вот это да! Закрываем двери. Ну ты модная, Кристина. Держись за руль. Опа! Поехали! Вот это да! Кристина за рулем автомобиля. Привет, привет, Кристина! Ух ты! Держись за руль. Пока-пока, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока. Лайки.